В общем, проехался вдоль трассы на велике, насобирал вот таких вот моднейших балансировочных грузил. Сейчас посмотрим, сколько свинца из них выйдет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 грузил. Так, отольем, пожалуй, в моднейшую пепельницу. В моднейшую пепельницу, потому что ничего другого не нашел. А что там, расфигачилось? Да вроде да. Вроде уже подготовлено все. Хватит ее, нет. Хватило. Хватило, но там железячки остались. Еще. Ай. Давайте узнаем, сколько у нас вышло свинца с балансировочной грузил. Так. О, полкило в копилочку. Полкило в копилочку. Нормально, нормально. Огонь! Всем хорошо, приветствую, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас такая тема: разборщик и добыча цветного и металлоломчика. Цветного и обычного металлоломчика. Значит, есть у нас вот такая прялка. Прялка советская. Мы разберем и посмотрим, что там есть внутри них полезного. Прялка электрическая. Ага, 85-го года. Это бабушка, мне когда-то вот этой темой занималась. Вот она осталась, в гараже валялась. Так, и вот такой вот холодильник. Но холодильник мне достался, к сожалению, уже без компрессора. Без компрессора. Но, тем не менее, морозилка на месте. И вот тут вот уже вот отломил немножко медяшки. Вот эта вот штучка тоже медная. Сейчас мы тут все раскрутим, достанем, посмотрим. На, холодильник. Там еще, кстати, должны быть контакты, если переключатель на месте. Серебряные контакты должны быть. Ага. Так, такой вот холодильничек. 94-й год. Юрюзанский механический завод. Юрюзань 207. Хе-хе. Так, ну что ж, разбираем. Посмотрим, сколько с него выйдет цветнины. Итак, холодильник разобран, будет ждать своего часа. Вот эта металлическая часть. У меня в лесу еще металл спрятан, заберем его, и это заберем еще, посмотрим, сколько выйдет металла потом. Так, ну и что у нас по цветнику, вот такой вот цветничок. С прялки, в прялке, кстати, переключатель, конденсатор и движок, больше ничего не было, вот от движка. Вот сама часть, кстати, нормально весит. Ну вот, от этого морозилка, немного меди, пусть копится, лежит. Ее вот этот переключатель, сейчас мы его разберем. В нем, если кто не знал, есть хорошие серебряные контакты. В этом переключателе. Сейчас разберем и посмотрим. Посмотрим. Да, переключатель-то оказался слабоватенький. Я в 80-х годов в прошлый раз разбирал холодильник. Там были такие контакты прям офигенные, здоровые. Ну... Что есть, то есть. Все-таки серебро немножечко имеется. Все-таки контактик есть. Парочка контактиков. Малюсеньких. Все-таки в копилочку будут. Такие вот дела. Так, не знаю, сколько вышло. Алюминия надо взвесить. Что ж, обожгем проводочку. Хо-хо-хо. Так, ну что ж, немножко меди в копилочку. Ну, тут даже взвешивать не буду. Может быть, максимум грамм 150-200 будет вот так вот в копилочку, так что пока не будем. Так, давайте посмотрим, сколько у нас вышло алюминия. Алюминия советского холодильника, сколько у нас вышло. Весы, правда, не совсем точно, ну ладно, хотя бы примерно узнать. Так, что-то я пакет взял такой дерьмецовый. 4 кило, ну и кило, наверное, с прялки. Неплохо, неплохо.
Ну что ж, до новых встреч.